Ребят, всем привет! Вы не поверите, я тоже стал счастливым обладателем данной модели грузовика ГАЗ-3307 «Хлебовозка». Немножко расскажу историю покупки этой модели. Вы все видели фото в группе этой модели, но это совсем другая модель. В общем, вчера подхожу к ларьку, попросил сфотографировать. Мне любезно согласились предоставить модель для съемок, чтобы вам показать в группе. И говорю, отложите, пожалуйста, мне до завтра, до обеда. Если уж до обеда не приду, то можете модель выложить в продажу. Все. Спасибо, до свидания. Утром прихожу за моделью, а тетенька мне говорит, что я модель продала. Думаю, ну елки-палки, ну как же так, договорились же. Ну, короче, я ушел, сделал вид, что я обиделся. Думаю, пойду-ка я к другому ларьку Роспечать. И точно подхожу. А сам иду и гадаю, есть, нет. Подхожу, точно есть. И вот эта модель перед вами. Давайте мы сейчас ее откроем, посмотрим. Упаковка, конечно, не радует, да? Но, тем не менее, 899 рублей, мне кажется, есть смысл заплатить. Ну, давайте откроем, дабы не мучить вас. Я смотрю, уже многие купили. Я думаю, что я подумал, что не должен оставаться в стороне. Вот сама модель, ребят, видите, какая коробка приплюснутая. Скорее всего, коробки мнутся при перевозке, наверное. Изумительный журнальчик. Помните, раньше они вставляли картоночки, одно время перестали вставлять. И сейчас они это делают снова. Но в этом, конечно, есть плюс. Журнал у нас не помят, в отличие от коробки. Давайте посмотрим журнал и будем переходить к модели. Конечно, вы уже многие купили, может быть, вам неинтересно, да? Ну, ребят, наверное, которые хотели бы купить, но не имеют возможности. Или, может быть, не хотят покупать по той причине, что, возможно, какие-то фирмы, производители выпустят эту модель более качественно, более детальном исполнении. Но, тем не менее, давайте посмотрим журнал. Журнал под номером 10. Какой автомобиль, вы видите сами. Давайте полистаем красивые картинки, рассмотрим. Все как и всегда. Фургоны на базе автомобиля ГАЗ 3307, по-моему, да, если я не ошибаюсь, точно. Вот. Смотрите, какие картинки в журнале. Хотя эта вся информация, она есть в интернете, но тем не менее тоже интересно полистать, потрогать журнал своими руками, прикоснуться, так сказать, к истории данного выпуска. Хлебовозки, они везде стандартные были, и на базе ГАЗ-53, и на базе ГАЗ-52 ничего не меняется. Постер, ребят, классный постер, наверное, кто-нибудь повесит себе на стенку, да, или будет хранить его в журнале, вот как у меня. Тем не менее, я буду покупать не все модели данной серии, только выборочные. Вот. Даже вот есть, видите, на базе вездехода Садко 3308 и даже вот на Валдае. Ну а здесь технические характеристики, вы их почитаете. Вот тоже описание специализированных автомобилей в конце журнала. Даже были на полуторках хлебовозки. Анонсирование следующего выпуска. ПНС-110 на базе 131 взяла. Ребят, точно буду брать, если не проморгаю. Ну и наконец-то дошла очередь до нашей модели. Вот. Сейчас мы изменим с вами ракурс и будем смотреть это чудо. Ну и переходим к нашей упаковке. Изучаем информацию. Название содержимого, то есть модель ГАЗ-3307, хлеб масштаб 43. Коробочка, как будто на нее сели. Вот если вам интересна информация о производителе, я думаю, что если поставите на паузу, можете прочитать.
Ну и открываем. Открываем. А в коробке у нас блистер с моделью. Такая двойная упаковка. Тоже вот смотрите описание. Страна происхождения. На двух, по-моему, языках описание. На блистере указана модель. Ну и сейчас я ее вскрою, и мы будем смотреть. Произошло вскрытие блистера. Видите, здесь вот пенопластовые вставки, чтобы модель не болталась. Наверное, скорее всего, не пострадала. Вот. Ну ничего так, сейчас будем рассматривать. Конечно, модель требует больших доработок. Сейчас изменим ракурс снова и будем смотреть. Итак, ребят, масштабная модель автомобиля ГАЗ-3307. Хлеб, хлебовозка. Как вы заметили, у меня сегодня хорошее настроение. Это связано с тем, что я взял 2 выходных. И сегодня хочу побыть дома, пособирать масштабные модели и показать одну из моделей журнальной серии вам. Вот такая модель грузовика, которая предназначена для перевозки хлеба. Неплохая модель. Правда, под ней еще мы еще не смотрели, но в процессе мы с вами оценим. Изготовлено данное изделие из металла, кабина металлическая. Все остальные детали, ребят, пластиковые. Вот, смотрите, как она изготовлена. Бампера пластиковые, зеркала тоже пластиковые, дворники пластиковые. Конечно, дворники, наверное, придется поменять. Вроде бы, если я не ошибаюсь, они есть в продаже из фототравления. Цвет у ней такой, то ли серый, то ли бежевый. При моем освещении непонятно, конечно. Ну, по-моему, немножко такой с бежевым оттенком цвет. На будочке надпись, скорее всего, это декаль, наименование, что там перевозится, хлеб, конечно же. Будка из пластика, двери у ней не открываются. Вот, посмотрите, как у нее изготовлены колеса, тоже это пластик. Она... Что-то колеса болтаются. Я думал сначала, что они сделаны не одной осью. Но, как выясняется, что... Хотя, черт его знает, здесь непонятно. Скорее всего, это не на оси колеса. А на таких вот, как на сборных моделях, как и на остальных моделях. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. А вот задняя ось, задние колеса на одной оси. Хотя, смотрите, вот днище. Не днище, а нижняя часть модели автомобиля достаточно неплохая у нее детализация. Видите, все у нее есть. И карданный вал, имитация двигателя с коробкой передач, выхлопная система, даже запасное колесо мы видим, и ресивер с ящиками для аккумуляторов. Ну и, конечно, бензобак. Бензобак защищен отбойником. Он пластиковый. Посмотрим заднюю часть. В задней части фонари стоп-сигнала. Каждый сектор прорисован своим цветом. Табличка модели ГАЗ. Вот. Ручки, видите, не окрашены. Ну, попробуем окрасить в черный цвет, да? Ну и смотрите, вот передняя часть нашей модели. Все из пластика. Фары тоже. Ну, как и положено, наверное, для модели. Кто нам будет делать их стеклянными, правда? На будке вот тоже есть такая имитация габаритов, габаритных огней. Салон безликий, черный. Зеркала вроде бы как, по-моему, есть зеркальная имитация. Наверное, это серебрянка, серебряный цвет краски. Вот. Ну, в целом моделька, я вам скажу, неплохая. Четверочку она, конечно, заслуживает. Ну, хотя вот я другие модели не покупал, кроме вот пожарного газона. У меня там не было крюка, отломанный он был, буксировочный крюк. Но мы его поставим, не беда, возьмем с какого-нибудь набора. Вот модель неплохая, ребят.
советую купить, потому что цена вообще там 900 рублей, это ни о чем. Наверное, на этом закончим. Разделил с вами радость покупки. Комментируйте, конечно же. Ставьте лайки, кому нравится эта модель, кому не нравится, ставьте дизлайки. Пишите, конечно же, в группе, у кого какое мнение и сложилось впечатление. Ну, кто в группе не состоит, ребят, пишите непосредственно под роликом. Подписывайтесь, добавляйтесь в группу ВКонтакте. Увидимся, давайте, всем пока.